полноконтактного карате. Вошел в восьмерку сильнейших. Непростые поединки были у спортсмена вчера. Виталий потяжелее немного японского спортсмена и чуть постарше. Так, болеем за Виталия. Виталий явный нокаутер. И так как явный нокаутер, то будет стараться в первом времени. Да, все реализовать закончить свое преимущество. Ну, японский спортсмен навязывает высокий темп для тяжелой весовой категории. Ну и рефери уже его предупреждает. Делает устное замечание Гайкоку за цуками, за прихваты. Оба спортсмена обладают большим арсеналом ударов руками и ногами. Высокие удары для них, как говорится, не новость. И для одного и другого очень легкие ноги у каждого из спортсменов. И сейчас мы это увидели. То есть на легко-быстрое майгири японец выкидывает хорошую мавашу гири практически с места. Очень красивый получился обмен верхними ударами. Тренер Виталий Шахнели, Александр Ибрагимов. Призер чемпионатов мира. Новый Уренгой. Пока рефери собрал судей, чтобы обсудить технику ведения боя японским спортсменам, чтобы судьи смотрели внимательно. Он наносит много ударов с прихватами локтя. Вот рефери обозначает это и делает замечание Чуй. Да, первое официальное замечание. Очень легкие ноги. Виталий с очень короткой, короткой дистанции. Да, бросает маваши. Пока Виталий видит, что происходит, хорошо реагирует. И сейчас вот мощный обмен лоу-киками. Наверное, один из первых боев, в котором очень мощно пытаются соперники работать лоу-киками. Как говорится, одной из основных техник кикушина. Тяжелая категория, тяжелые удары. И здесь... Если выключить ноги опять и перемещение. Опять были прихваты, заметил Андрей. И сейчас уже как бы рефери понимает, что это будет второе официальное предупреждение. Поэтому дает он ребятам работать. Прошло, однако, уже половина раунда. Ну, японскому спортсмену надо быть внимательным, что судьи уже видели эту технику. И при повторе дадут замечание. Японский спортсмен сейчас немножко доминирует. Больше наносит ударов. Как будто Виталий немножко подустал или выжидает свой момент. Ну, выжидает. Несколько секунд назад он хорошо подбил ногу. Сейчас еще раз попал. И еще. Скорее всего, какая-то заготовка у него есть. Он на один удар Виталия, японский спортсмен, о чем мы говорили, наносит целую комбинацию. Японец просто своими постоянными смещениями, постоянными движениями вокруг Виталия не дает ему четко акцентированно попадать в лоу-кик. И начал теснить японский спортсмен Виталий Шахнели. Включился в концовку. Виталий стоит. Хорошо вот подбивает. Хорошая подсечка. Но по темпу что-то он не успевает. Не успевает. И остается 10 секунд до конца поединка. Да, концовка мощная с обеих сторон. Но пока японец, мне кажется, немножко перебивает. Просто поуверен немножко он в этой концовке. Хотя, честно говоря, Виталий не поддался, на мой взгляд. Ну, давайте посмотрим решение судей. Но, мне кажется, судьи могут отдать победу японскому спортсмену. Что в основное время. Ну, нет. Нет. Трое судей показывают ничью. Только один судья отдал победу бойцу из Японии.
Вероятно, есть вероятность, что японский спортсмен тоже рассчитывал закончить бой в первое время. Да, посмотрим, как скажется такая активная концовка на поединке во втором раунде. Что-то он неактивно уже выложился. И так как тяжелая категория, необходимо большое количество времени для восстановления. Видно, оба спортсмена подустали, но пытаются вкладываться в каждый удар. Да, темп боя подупал, идет простой обмен. Виталий продолжает подбивать ногу, и, по-моему, он уже ее хорошо, так сказать, обработал. Переднюю ногу японцу, он пытается уже убирать ногу из-под удара. Да, нелегко приходится обоим спортсменам. Идет вторая минута второго раунда. Сейчас надо просто понять, оба, у кого видно, тяжело дышат. Сил на концовку. Да-да-да. Сейчас, по-моему, пауза пошла на пользу одному и другому спортсмену. Здесь, да, главное, перед концовкой немножко отдохнулись. Тоже сможет взорваться. Виталий концовку второго раунда проводит более уверенно. Да, подбивает он, подбивает японцу. Отлично, попадает. Не хватает чуть-чуть акцента в этом аваше. И закончилось первое японец время. Повесил голову. Очень хорошо. Погрустнел. Провел концовку Виталий, даже очень, даже очень тяжело, очень мощно провел. Из Японии. Ну и, в общем-то, это сыграло свою роль. Да, единогласно. Мощная концовка от Виталия Шахнеля приносит ему победу. Молодец, молодец Виталий. Переломил ход поединка, вытерпел первое время. Смотрите, тяжело очень японцу. Хороший бой. Молодец, Виталий. И заключительный. Правильно я говорю? Да, заключительный поединок. Абсолютной категории свыше 95 килограммов.